Ну вот, наступает лето. Все хотят в отпуск. У нас в гостинице, в нашей небольшой, которую мы запустили, можно остановиться. Такие у нас номера двухместный. Ванничек тут у нас. Это у нас эко-дома. Сейчас покажу еще, что у нас есть в этих. Апартаментах. Также двухместный номер. Также умывальничек для каждого клиента. Потому что у нас сейчас начинается сезон. Мест уже не будет. Вот основной дом, да? Основной. Что мы здесь имеем? Санузел. Еще одна спальня. Все сделано из эко-материалов. Все столешницы у нас. Все. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Здесь в общей кухне у нас находится стол, диванчик вот такой. Вот такой топчанчик мы сделали. Пока хозяюшка готовит, хозяин может поспать. Такая печка. Печка не муляж, печка рабочая. Кухня сама. Доп. Подсветочка у нас. Столик. Данный дом у нас рассчитан, получается, на 8 человек. На компанию из 8 человек. Сейчас покажу вам следующий домик. Что мы будем иметь в следующем домике? Данный домик у нас такого плана. Все тоже выполнено в ломбардном стиле. И получается, вот этот дом будет рассчитан на компанию из 4 человек. Сейчас не в этом другом покажу, в этом ключа нет у нас. Ну, одинаковых маленьких домика. На 8 человек. Что мы имеем в этом домике? Вот такая вот кухня-гостиная. Диванчик. Печечка. Также санузел у нас. Дом рассчитан, ну, максимум на 4 человека, но люди попросили, чтобы пятерых здесь поместили. Они тут съехали, еще не успели прибраться. Вот так вот на полу мы организовали доп. Место по их же желанию. Здесь вот постельную уже сняли. Здесь у нас такая вот комната. Двухспальная кровать. Да. Каждый, если хочет себе подсветить. И вот на втором этаже тоже одна спалочка у нас. Так что ждем гостей всех.